Здравствуйте, друзья! Магазин Soul Trend продолжает снимать видеообзоры самых интересных и красивых моделей. Сегодня в фокус нашей камеры попала модель Nike Air Max Tea. Подошва из филона, очень мягкая и легкая. Филон – материал на основе EVA шариков. Из EVA материала делают модели кроксов и нейтивов для фанатов веганства и защитников экологии. На носке и заднике есть черные вставки из каучука. Они улучшают сцепление с поверхностью и увеличивают срок службы подошвы. Верх выполнен из дышащей сетки с применением технологии Hyperfuse. На носке наложен несколько слоев и в местах, которые больше других подлежат износу. Задник выполнен из заменителя замши. Имеет перфорацию для лучшей воздухопроницаемости. В задник вшит пластиковый уплотнитель, так что на ноге они сидят отлично. Так как модель называется Air Max Tea, они имеют технологию Air Max. Так что помимо филона, который сам по себе является хорошим амортизатором, есть еще и воздушная подушка. Можете смело бегать, не боясь, что ваши пятки будут испытывать дискомфорт. Имеется очень плотная мягкая стелька, а под ней еще слой пены, так что удобство этой модели не занимать. Спасибо, что посмотрели наше видео, это был магазин Soul Trend. Следующее видео будет примерно через неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья!